Привет, друзья, с вами Турбан и Марик. Всем привет. И мы продолжаем прохождение The Long Dark. Прохождение. Так, ну что, ну тут нам надо уже решать что-то конкретно. Так, что у тебя, кстати? В прошлой серии мы добрались до самолета и спасли, вроде как, пока что. Спасли Гвен. 74% у нее уже, ну как, восстановилась. Показывает, что все нормально, дали водички, перевязали рану, вот. Ночь просто, ночь, вот в чем дело. А мы и так еле ходим, кстати говоря. Так, 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 я вот думаю. Если мы часик, допустим, добавляем топливо. Да. И ложимся спать, к примеру. Mm-hmm. Да? Да. Давай. И ложимся спать. По-нормальному, конечно, надо было ей мешок подложить. Правильно? Ой, тут трупик, сразу с трупиком рядом ляжем. Давай. Давай. Нам-то что? Так, спальный мешок. Сон, час. Сон, час. Сон, час. Что это значит? Ну, сон-час. В садике был? У вас не было сон-час? Так, сон-час. Ну, час сна, типа, отдыха. Так. Так, так. А, подбросим еще дровишек. Хотя 1.42. А мы что, поспали уже час? А, да, давай еще часик поспим. А, будем как-то добираться. Да, будем как-то добираться сейчас. Я думаю, ночь надо переждать, потому что... Как там ГВМ? Погода, слышите, какая там? Это же полный ужас. 2 часа. А еще что-нибудь подкинем, и будет у нас... 2.26, 2.34. 2 часа еще спим. Ёлы-палы. Самая темная ночь перед рассветом, да, как говорится? Ладно. Так, как Гвен там, посмотрим. Да. 92. О, так может она, а может она сама пойдет, сможет потом идти, она, а? Это замороженная. Нет, наоборот, это она... О, на глаза открыли. Мне кажется... А, вот. Водички ей. Пусть попьет, да. Наоборот, она лучше ей становится, я уверен. Да. А мы, кстати, смотри, отдохнули. Мы пока можем посидеть, ночь прокоротать же. За какими-нибудь делами. Давай еще поспим часок. Поспать-то это хорошо. А еще часик поспим. Так. Вода. Воду надо, конечно, сделать. Давай еще часик поспим, пап. Подожди. Водичка. Котелок один. Да ладно. А, литр хватит нам, да, наверное, воды? Нет, два. Блин, 2, да это тяжело. Почему? Ладно, пусть будет. Все, ложись спать. Так, час, да. До расплавления 53 минуты. Ложись и потом час. Еще будет кипеть сколько-то. Минут 30 точно ложись. Ну смотри, это последние дрова. Надо где-то взять. Ну так я говорю, пойдем, может, походим? Не-не-не, ложись, на утром поищем. Сейчас не хочу. Ложись спать. Тут пусто что-то. Ложись, вон там дровишки есть. Ложись. Ты уверен? Да. Что ты плачешь? Не плачь. Так. Ложись спать. О, кстати. Блин, кстати. Сейчас вода выкипит, мы ляжем. Кстати спать, говоря, подожди, не бойся. Вообще ничего не бойся. Сейчас себя облегчим, кстати, вот съедим. Что это? Вегетарианский обед. Отлично. Так. Вода. И напиться надо вдоволь. О, нам силы понадобится. Все, она ложись спать. Так. Костер 1:45. До расплавления 39 минут. Ну, час, ладно. Давай. Сейчас кипеть будет, встанем.
Или уже выкипела? Не, сомневаюсь, что выкипела. Булькает, нет? Да, нормально. До закипания 31 минута. Так, палка. Я в шоке, Марь. Да. Я пошел за палками, я так не могу. Так, вот палочка. Сколько мы там 2 часа сделали, да? Нет. Вот палочка. Большая. А далеко что-то опасно уходить? Нормально. 5 минут, нормалды. Не так холодно на улице. О, вот сразу уже не можем идти, да? Да нам не надо наносить, подожди. Давай, сломай, и мы сейчас все это решим. У нас хоть будет чем. Там, кстати, это... там палка была одна. Здоровая. Ну, да. Вот это, вот с тобой вот еще, да, идем. Давай. Что ты там? Все нормально, мы идем, мы тебя не бросили. Так. Нормалды. Возвращаемся. Где Луна? Так, вот Луна, да? И? Луна. Что? Ничего, просто сделал скрин. Красивенький. Так. Сколько мугвенов? Так. О, до выпаривания как раз. Берем. Отлично. Что у тебя? Гвен, 100%. Гвен, ты уже в норме. Не бойся, я просто пытаюсь помочь. Все, 100% уже нормально. А может быть... давай-ка мы... Сейчас выпьем. Поспим? Да. Все, часик поспали, теперь надо... Почему она сама не может? Что? В принципе, мы можем и до утра поспать. Дрова теперь есть у нас. Немного ли ты потратил? Вот так. 2:30, 2 часа спим. Да? Достаточно этого будет нам. Ну что, светает? Ой, отлично. Все отлично. Само то берем мешок. Гвен нести вообще не хочется. Ну, хочется, не хочется, что поделать. Так. Вот тебе и здрасте. Смотри. Куда ж мы в такую погоду пойдем? Да? А елы-палы. Пойдем дровишки тогда собирать. Посмотрим, что здесь не так. Пей. Не жалко. Вот теперь вам станет лучше. Так. Костер, 21 минута всего. Чем? Я в такую погоду не пойду, Марь, я побежал. За дровами. Мы сейчас только бегали, а чё мы перестали мы опять бегать? Мы в домах древесину оставляли. Много древесины оставляли. Древесину-то да, мы оставляли и... Почему она не бегает? Вообще, ты видел погоду, как испортилась? И что делать? Надо было в первый день идти сразу. Наверное, я даже не знаю. Да. Если погода не улучшится, что мы будем делать-то? Это же ужасно будет. Опа! 45 минут, а у нас сколько там? Нам как раз возвращаться, да, надо? О-о-о! Да мы бежать не можем. Успеем дойти, успеем, я думаю. Да?
Блин, да что с погодой-то? Кошмар какой-то. Что ж нам теперь ждать, попить чаю какого-нибудь горячего, потом опять за дровами идти? Мы в такую погоду никуда не дойдем, правильно же? Ждать. Ой, а мы что, не взяли пистолет? А, взяли. Ты что, не плачь, не плачь, нормально. Надо еще чемоданы поискать. Мы уже все поискали. Во. А, во. И во. Все три сделаем? Не. Что, по... А, ну у нас уже переохлаждение, так. Приготовим быстренько. Я думаю, надо съесть нам кое-что. Пока ты будешь готовить, она уже наполовину будет. Давай мы с тобой на потом оставим. Вот это так. Нам банка нужна, потому что у нас ни одной кружки нет, я так понял. Один котелок остался. До готовности 12 минут. Можно воды пока сделать, правильно? За двоих пьем-то, пусть вода будет. Ну ладно. Да? Остаемся зимовать. Нет, ну нам в такую погоду никуда нельзя идти, это стопудо. Это знаешь, я еще что хотел попробовать проверить. Где-то здесь была такая типа карты. Нет. Вот это что такое? Подождать. Ага. Понятно. Можем ускорить время просто, если спать не хотим. Я вот это, кстати, не замечал. Давай, готово? Нет? Отлично. Ешь это. Баночку оставим, это скушаем, а баночку оставим. Так, вода. Расплавление. Так, что у нас? Ах, знаешь, что хотел сделать? Так. Готовить. Вот, чай. Пустая банка. Чай. Ну, мы согрелись, в принципе, мы успеем дойти-то взять себе, да, наверное? Ладно, уже поставили теперь. Расплавление 37 минут, и кипеть она будет. То есть мы успеем дойти, еще палку сломать или нет? Как думаешь? Не знаю. Да я не знаю. Я думаю, да. Погода вот и посмотри. Я не знаю. А? Погода, да, погода ужасная. Лучше. Да чуть получше, да, немного. Ну пойдем сейчас, наверное, я думаю, все-таки. Туда вами? А? Туда вами? Вообще пойдем. Как думаешь? Я думаю. Ну надо, конечно. Ну а чё ждать-то? Да в готовности минутка. Отлично. Пьем. Это берем. Поднять. Так, расплавление 26 минут. Как у тебя дела? Видишь, у нее ноги болят, поэтому нам придется ее тащить все равно. Почему мы бежать не можем? Вот буквально бежали, дрова только взял, и все, я ж ничего больше не брал. Мы со дровами бегом бежали, правильно? Нет. А? Нет. Да? Нет. Не, до этого. Нет. Да. Давай еще дровишек возьмем, надо. Без дровишек никуда. Без дрова и жизнь не сладка. Но у нас только один. Вот чемодан. Вот да, там прямо чемодан. Давай потом. Да подожди, вот, Мари. Блин, уже солнце. Сейчас пойдет спадать. Там чемоданчик. Да это потом, ладно, пошли обратно. Я... Мы согревшись. Там сколько у нас костер-то сейчас потухнет, наверное, да? Не, видно, что время не уходит. Да ничего страшного так-то, если он потухнет. У нас же есть.
Я хочу еще вот этот здоровый взять. И все. Эту? И вернемся, и потащим ее сейчас, согреемся и пойдем. Нам этих хватит еловых веток, чтобы дойти, правильно? Еловых какие там. Потому что они хорошо греют. Да, греют хорошо, добавляют хорошо. Да-да. Поэтому все, идем. Где КВН? Очень холодно, разведи огонь, да посильней. Давай еще это сделаем. Все, дрова очень нужны, это важно. Не будет огня, не будет ничего. Замерзнем, все. Так, Гвен надо воды дать. Попить. Как она пьет, нам не хватит, блин. Сейчас, идем, не боись. Перед выходом обязательно надо выпить вода. Кофе. Кипела. Я думаю, наверное, да. Она уже выкипела теперь. Она теперь уже выкипела. О, смотри. А нет. Да. Обидно. Гвен, осмотреть. Но ей воды надо дать. Нам как раз согреться, перекусить. 0,30. Нам... Когда выспитесь, вам станет лучше. Она уже выспалась. Очень много. Так. А мы готовим. Нет. Котелок. Воду готовим. Воду готовим. Да. Потом. И ложимся, в принципе, можем лечь поспать тоже. Либо можем что-то поделать пока. Что у нас тут есть? Это что у нас? Бросить. Кстати. А, 0,20 всего, да? Бинты. Пока разобраться со всеми принадлежностями своими. Угу. Так, это тоже. Хотя мы, смотри, 2 литра готовим, у нас уже с тобой есть 2 литра практически воды-то. Газировка весит 0,25, очень много. Так, одежду мы всю выкинули практически. Можно носки оставить. Бросить, да? Это 0,5 килограмма мы скинули. Перчатки. Зачем нам 2? Бросить. Блин, только думаешь о том, что пора идти, а там опять начинается жизнь. Лупа! А лупа у нас есть. Как ее использовать? Ну, я пока точно не знаю. Так, назад. Да попробуем научиться. Вот мы опять надеемся. Ой, костер, 5 минут. Где тебя опять надеемся? Да не надо. Марь, ну мы ночь еще здесь не перетерпим. Понимаешь? Надо идти. Какой ветер? Может, найдем, дойдем до дома какого-нибудь. Ну, а что так стоять-то здесь? Можем даже воду взять и не кипятить. Правильно? Нет, мы будем подождем, конечно, чтобы вода не кипятилась стала. Давай тогда час все ложимся. А, можем вот так сделать. Оп. Так. Оп. Правильно, во. Почему будем? До закипания 25 минут. Еще можем час. Ты видел, что творится на улице, Марь? Уже вечереет, мы просто... Ай-яй-яй! А-а-а! Он не успел еще. Ну ладно, не питьевая вода, ладно. Так в дороге она нам понадобится. А у нас будет... есть таблеточки. Надо будет... У нас таблеточки есть. Так используй. Очищающие. Ну, надо будет, используем. Так используй сейчас, чтобы была. Так, котелок. Берем. Используй, чтобы была. Так, что с тобой? Ну давай, давай. Что, используй? Пользуюсь. Вот. Очищает воду. Реально, жизнь бы так. Все, да? О, 1 литр только. А, еще литр. Вот. Еще литр остался, да? Да. Давай еще литр сделаем. Один вот тоже весит прилично. Давай еще литрушечку очисти нам. Все, да?
У нас 4 литра воды, 4 килограмма. Я просто балдею. Хорошо. Так, сейчас мы это все как раз, наверное, и выпьем. Она и мерзнет начинает. Риск обезвоживания. Она мерзнет начинает. Где ты видишь? А, ну да, 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 да. Так, надо... Ну что, согреем сначала ее, а потом пойдем, да? Марь. Или до куда-нибудь уже дойдем? Нет, давай лучше на согреем, да, сначала? Хотя, малыш, там не можно костер потом развести, там, если холодно. А вдруг кажется. Там ветер будет сильный? Нам как бы лучше по максимуму отработать. То есть лучше по максимуму у нее температура будет у нас, и все. Мы тем более чай еще не выпили. Черт, не вышло. Нам кедр, кстати, зачем? Давай, огонек, давай. Нам кедр, кстати, и не нужен. Зачем нам кедр тратить? Вот мы палку лучше потратим, правильно? И бумагу можно было потратить. Насчет бумаги я ничего не знаю. Да, да. О, наконец-то разгорелся. Разгорелся, да? Ну ладно, палку... Ах, зря, наверное, ну ладно. Так, она тоже моментально согрелась. Так, делаем быстро чай, Марь, да? Да. Или кофе, готовим кофе. Кофеечек быстро готовим, выпиваем и пошли, все, без остановок. Правильно? Без остановок. Так, сохраняем игру, сохранить. Сейчас какой-нибудь эпизод, где там эпизод второй перезаписываем, да, сохраняем. Вот. И все, быстро все делаем. Потому что время идет. Так, съесть, что мы можем съесть? Лучше съесть что-нибудь такое потяжелее, да? Вот. Вегетарианскую еду съем. Так, теперь можем съесть еще вот это вот. Говядина, в общем. Вяленая говядинка. Так, и нам сейчас попить надо будет по-любому. В готовности 2 минуты. Так, все, мы сыты. Напиты. Наеты, блин. Выпить. Все, выпиваем и вперед. И в путь. Банку возьму, наверное. Пусть будет. Так, воды. Как раз легче будет нести. Так. Все, пошли, подружечка моя. Все. Нести. Все, Гвен. Давай. Ой, тяжело будет. Да, понятное дело, Марь, нелегко. Ну, надо. Знаешь, вот такое ощущение, что ничего не поменялось. Сейчас мы без нее стоим. Так, здесь мы не пройдем, нам придется, смотри, вот как идти. Ты уверен? Да, да, я уверен. Нам придется... А в другую сторону мы не сможем, да? Если пойти туда, это что здесь у нас будет? Это вот такой маш путь. Пойдем туда, а что? Там же не быстрее будет. А нам быстрее, не быстрее, Марик, как... Смотри, ну мы там нигде не пройдем. Почему? Ты думаешь, мы там поднимемся? Ну давай мы не будем рисковать. Я уверен, что пойдем. Мы там не поднимемся даже. Придется идти потихоньку, ну а что делать? Ну кто нельзя чай дать, вот. Чтобы она такой бежала. Идем. Ну что ж, идем. Не бежать, вот было бы что-то такое, типа... Типа носилок, знаешь, такое на двух палках или типа салазки какие-то, типа сани, может быть. Нет, помогло как будто. Ну, конечно, бы. Было бы легче, я думаю. Носилки нужны там, 2 человека должны нести что-то. Все равно было бы легче. 2 человека должны носилки нести. Ну, легче, чем она ее сейчас вот так на горбу несет. Нужно, чтобы 2 человека что случилось? Носилки несли. А не опа-на, пещера.
где живет Йети. Медведь. Чемодан не будем обыскивать. Да? Есть два варианта. Либо мы идем через пещеру, или это укрытие. Так, Марил. А куда мы выйдем? Не знаю даже, да? Мы сейчас уходим дальше, по-моему. Правильно? Так, тоже дровишки. Давай быстренько разложим ее. Где-то можешь полежать. Ёлки-палки нигде. О. Давай его. Ничего себе, она ее кинула. Аптечка, это важно. Аптечку надо проверить. Потому что никто не знает, как все у нас может обернуться еще. Слушай, поднимаешься температура, волна, а у нее нет, потому что она не так светит. Пойдем. Ну так ее кидает, хоба. Как думаешь, мы верно поступили, что пошли через пещеру? Ну не факт, да, что это, конечно, мы дальше куда-то пройдем. О, она температура поднимает. Это что? Тупик? Да? Окей. Это а просто... А на Йети надо. Нет, спасибо, не надо. Так, поднимается, да, немножко температура у нее в помещении. Это радует. Это радует. Не закрывайте глаза, не сейчас. Блин, тебе надо было ее одеть хоть как-то. Немного хоть. А теперь колючки, видимо, будут. Да. Ну там самолет мешает, там мы дальше никуда бы не прошли, точно. Жжет, держитесь, у нас получится. Да почему нет? Сюда мы не проходим. А здесь проходим. Получится, получится. Все будет хорошо. Погодка вроде более-менее. Ту-ту-ту. Да? А? Вот сюда мы идем. Окей. Может, пойдем? Не знаю. Непонятно. Не бросай меня. Нет, нет, мы тебя не бросим, не переживай. Взяли уже цветики? Ну это не то. А, все, ничего брать не будем. Хорошо. И че, донесем? Так, что тут на через дерево будет идти? Я сказал, что не точно. А что так далеко разбросало такие вещи? Это Йети, может, разбросало, да? Ты меня не пугай! Да я-то вообще в наушниках сижу, сейчас такое ощущение. Ой, мама дорогая, вы давайте только не навернитесь с тобой, обе. Кто сюда чемоданы принес? Как они так далеко перелетели? Держись, просто держись. Ну как-то гора-то высокая вроде. Все мертвы. Да ты не думай сейчас об этом, не думай сейчас об этом. Нам надо тебя сейчас спасти пока. И на Йети наткнемся. А? Папа, и на Йети наткнемся. Ну, наткнемся будет плохо. Наткнемся будет плохо. Я думаю, его вообще в игре нет. Но его в игре нет вообще.
Мне кажется. Не, ну мы должны. Все будет хорошо, мы выберем. Да. Что-то сохранение. Мне все эти звуки очень пугают. Я тебе положу сейчас конец. Все. Прекращай. Все хорошо. Так, мы выходим куда-то сейчас уже к реке, типа и к озеру, да? Где-то мы рядом. Правильно? Да. Здесь, говорит, недалеко, ага. Есть какой-нибудь. Нет, сейчас, может, хижина какая-то будет. Хижина, возможно, какая-то будет около реки. Да? Да. Было неплохо. Мы же здесь ходили везде. Нет. Что? Мы с Маккензи здесь уже все обошли, по-моему. Мы здесь не были. Локации-то, по-моему, все одинаковые идут. Но здесь-то, может, конечно, не было. А, вот здесь были, но я же тебе говорю, были, Марь. Я же тебе говорю, что мы здесь были. Смотри. Нет. Травишки. Телефон звонит. Ты еще говорил, не зря ты телефон, помнишь? Забыл, что ли? Так. А, дойдем до телефона, дойдем. Или где ты говорил? Так. Ты. Погоди. Okay. Hello? Hello. Me again. What? How did you know I was here? Party line's a funny thing. All the calls go to every phone in the area. All I have to do is wait for you to pick up. Что не то? Я немного занята. Да, я видела, что ты нашла какое-то место. Вы за мной следите? Просто наблюдаю, любопытство. Мне от этого не по себе. Не хочешь сказать, что стало с твоим мужиком? Мужиком? Какая-то странная. Тогда я расскажу первой. Там в доме ты спрашивала про моего мужа. Рассказать-то особо нечего. Он мертв, а я жива. Простите, если это прозвучит резко, но вы совсем не переживаете. Ничуть. Полагаю, в подвале лежит именно он. Вы убили его? Ты мне скажи. Если не помочь кому-то, это считается убийством? Зависит от обстоятельств и от намерений. Говоришь прямо, как законовед. Вы убили его? Его убили волки. Мои намерения, Я хотел, чтобы он умер. Маленько быстрее меня прочитал. Что я хотела? Хотела, чтобы он умер. Хотела, чтобы он умер? А, да, это мы здесь были, когда у нас не записалось, да, Марь? Да. А, точно. Точно, да. Ну и, кстати, вот это сказал, ребятки, это. Мы вот ходили, когда к этому, как его, к самолету мы когда ходили, мы к самолету шли вообще другой дорогой. Да, не той, которой шли вот в этом мы записали серию, она не записалась вообще. Да, она вообще не записалась. Мы пошли вообще другой дорогой, но здесь мы были, когда вот не записалась, да? Да, то есть мы пошли через лес, а не по дороге. Так, ладно, давай греемся, да? Разжечь огонь. Разжигаем огонь. Лучше пойдем. Здесь дров хватает, Марь, нам согреться надо. Как минимум. Согреться, кофе выпить, например, и идти дальше. Почему нет? Так, отлично, час. Надо ее сюда принести. Поближе, к костру.
то все, не бойся. А ей будет тепло, интересно, около бронзбойта-то этого, блин? Наверное. Ага. Почему нельзя ее положить по-человечески, как-то на что-то? Как мешок ее кидает, на самом деле. Так, дровишки. А вот эти дрова надо, конечно. Это самый дорогой такой предмет. Правильно? Да? Да, дрова. А ты почему ее не подносишь? Я поднес как? Да? Вот она. А. Она греет еще как. Так, давай ей водички дадим. На дрожжах греется. Так, на дрожжах? Так, что ей, воды надо дать, да, воды. 22. Так, водички. Ну, воды нам... Она так нашла все запасы, все. Так, это да бы ладно бы. А, так. Подкинуть. Добавить топливо. Оп. Ну, час нам... Так, все, готовим быстро тогда. Готовить. Чашечку кофе, да? Ох ты, у нас кофеек-то, кстати, кончается. Ох ты, погода портится. Переночевать мы здесь не сможем. Сколько по времечке у нас? Да, по времечке? Да. Нормально. Так. До готовности 8 минут. О! Возьму. Дрова все-таки нужно, да? Хоть и еле идем, но... Как еще? Сразу, кстати, можно... Мальчик, ну что ты меня шатаешь? Можно, кстати, сразу облегчить тебя. Съесть еще вегетарианской пищи. Так, выпить еще воды. Так, отлично. Так. А, выпиваем и пошли, да? Угу. Поднять. А, будем, короче, так. От этапа к этапу будем сохраняться на всякий пожарный. Да? Мало ли. Да. 13-й не хотел сохранялку 13 брать, ну да ладно. Почему? А что, знаешь. Ну вы даже на это число поговорим. Так, как теперь вот выбраться нам? Надо нам идти вот там. Так, карта. Хочу к Е. Ой, а, нет, это мы что-то развернуться надо, да? А мы туда пройдем там? Посмотри, есть там проход? Видно, нет? Вроде видно. Вроде есть. Вроде что-то есть. А? Пойдем в ту сторону. Ау. А прикинь, мы пойдем, а там Йети всех прибил. Навряд ли. Так, вот тряпка. А что по логике, его тут не должно быть, потому что... Так. Ну мы ничего это не будем брать. Мне кажется, под реальную жизнь. Мама, папа. Ага. Как вот, ну это я уже не могу понять, как сюда за чемодан закинуло? Да. Не отключайся. Лед-то у нас не провалится под нами. Вот в чем дело. Так, ты куда идешь? Сейчас проверим. Так, а где? Ух, как нам далеко идти. Ну вот почему вот так, если пойдем напрямик? Вот так напрямик. Не надо, получается, ты ходишь вон там. Ты думаешь? Да, там. Или погоди, да, ну-ка посмотри. Ну что? Ну, да. Нет. Можно и там, какая разница. Вот здесь лучше? Да, ну я только что был, где-то смотрел, хотел. То есть по другой стороне, слева. Вот сюда, справа? Нет, слева пойдем. Слева? Справа дольше будет. Ну мы можем напрямую пойти. Нет, идем слева. Просто по реке? Ну давай так. А почему еще тут гора? С другой стороны, здесь неплохо то, что нас от ветра закрывает, в принципе, как бы. Правильно? Горы. А?
Там-то в открытой местности, там вообще, наверное, плохо. А это кто лежит там? Страшно стало. Как сюда закинуло-то? Это не нравится. А изучим, да, труп-то обязательно? Что-то мне это не нравится. Человек же, да? Нет, блин, собака. Живой? А, так. Что это? Пусто, окей. Блин, она, наверное... Зря ее швыряли. У нее, наверное, хп должно было быть, наверное, вот тут, как мы ее швыряем. Ну да. Чтобы попереломать. Да, ну я предполагал, что обратно будет тяжело идти, тем более с грузом. Мы, получается, до самолета шли две серии. Угу. Считай. Но обратно примерно столько же уйдет. Потому что мы не лутаемся, ничего даже не делаем. Мы просто от момента до момента. Блин, какой-то шум. Я же испугался. Опа. А, просто музыка. Я думал, тревожная. Не слышно. А? Не слышно. Так. Еле-еле. Только держись, мы уже близко. Мы не близко. Да-да, держись. Но мы постараемся. Ты пугаешь меня, что так? Попробуем на перерез, нет? Чисто по реке будем идти. Наверное. Он нас не провалит. Ну, вроде как нет. Что? Да, волки. Быстрей. Ах, надо было взять. Где он? На, чудище там будет. О, это подавало. Далее пистолет зачем? Да, волк, получай. Что, испугались? Да, они уже все. Да нет. Давай из них, из ружья выстрелим, на всякий случай. Ай. Давай из ружья выстрелим, чтобы мы знали, где место стоит. А! Ай! Рады, па! Давай их из ружья уже пострелим. Достали. Стой. Я это уже... Некогда надо принимать. Что произошло? Бери ружьё и стреляй по ним. Мне, конечно, их жалко, но как бы нас не... Ой. Нам боль, мне больше жалко. А, ты достал. Бери ружьё уже, не тати эти патроны. Тут уже нет. Бери ружьё уже. Думаешь? Конечно. Больнуть просто его, волчан. Ну это что, это чтобы не выпендривались. Ну хотя ставишь... Всё. Своей точностью мы патроны и тратим в молоко. Ай, Вася, я. По-любому надо использовать поярку. Да? Come on. Где? Что, они носят теперь просто, да? Уаль. Идем. Вон они. Они уже все. А если опять не все? Пусть попьет, наверное. Сейчас проверим. Так, надо сейчас куда-то встать тогда.
Даже не знаю, или здесь прям причалить. Развести огонь. Да? Угу. Все, они же испугались нас, получается. Они испугались, да. Ага. Вот тебе и испугались. Да ну бросай что ее! Это? А, вот она. На тебе! Да они вообще бесстрашные какие-то. Вообще какие-то бешеные. Они от маленького выстрела, они уже это как. Да ёлы-палы, они видишь, как настоящие волки прям. Да блин, да вы, папа, что это не точно это? Да я не знаю, что я мажу. Да ёлы-палы. Давай. Так, погоди. Сейчас закончим. Подожди, Маречка. Мы вернулись, и они опять по скрипту, наверное, опять они полезли, потому что они боялись до этого, да? Мы опять вернулись в то место, где как бы музыка эта вся началась. Так. Давай, да, давай, здесь, короче, сейчас закончим. Правильно? Да, на этом закончим серию. Здесь мы разложимся. Как-то. И следующее нам все равно придется. Уже темнеет. Я думаю, может нам вообще лечь спать. Как думаешь? Нет, по максимуму надо пойти, чтобы нам дров точно хватило, да, до утра? Да. По максимуму пойдем. С волками, ребятки, разберемся в следующей серии. Да. Так лучше будет. Правильно? Mm-hmm. Правильно. Давай, окей. Сохраняшечку. А здесь, правильно? Нет. Где у нас было? Вниз. Ну давай, ладно, давай здесь, на каком-нибудь на втором. Вот. На первом, без разницы. Все, ребятушки, ссылочка на плейлист в описании. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки и все подряд там. Ребятки, всем спасибо, кто смотрел. Все. Что будет дальше, увидимся в следующей серии. Пока. Пока.